Владимира Владимировича Путина. Вертолеты Ми-8 МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8 МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет имеет в салоне подготовленные места под установку современного оборудования для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета. Холдинг «Вертолет России» досрочно передает первый вертолет Ми-8 МТВ-1 для обеспечения мероприятий, связанных с медицинской эвакуацией пострадавших. Данная программа реализуется при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Финансовыми партнерами данного проекта выступают Промсвязьбанк, входящий в пятерку крупнейших банков России, и ФСБ «Лизинг». Главный разработчик программы развития санитарной авиации – госкорпорация «Ростех». Приглашаем наших почетных гостей пройти к вертолету. Заместителя председателя правительства Российской Федерации Борисова Юрия Ивановича, министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича, генерального директора госкорпорации «Ростех» Чемизова Сергея Викторовича. Сергей Викторович, просим передать символические ключи от вертолета Ми-8 МТВ-1 председателю ПАО «Промсвязьбанк» Петру Михайловичу Фродкову. Петр Михайлович, просим вас передать ключ Александру Валерьевичу Муцуку, генеральному директору акционерного общества Национальная служба санитарной авиации, как главному оператору оказания услуг по санитарной эвакуации пострадавших.